Всем привет, меня зовут Наталья Невзорова, у меня здесь шумит чайник, но это никак не помешает мне рассказать о средствах для губ, которые я использую сейчас. Сегодня в одном из моих чатов девчонки поделились информацией о том, что им очень понравился праймер для губ. И я тоже хочу несколько слов рассказать о нем. То есть праймер для губ выглядит вот следующим образом. Код у него 33893. Это такой карандаш, он вообще, если честно сказать, абсолютно белого цвета. Просто у меня здесь он окрашен в помаду уже, потому что я его наношу на карандаш, иногда бывает даже на помаду наношу. Но, тем не менее, вот выглядит он следующим образом. И на этот праймер я сверху наношу любое средство для губ. Это может быть жидкая помада, это может быть вот такая помада, это может быть обычная помада. То есть вот. И это средство держится на губах достаточно долго. Вот если я сейчас приближу камеру, то посмотрите, я наносила помаду на губы в 13 часов дня, я уже успела покушать, и вот таким образом выглядит сейчас вот эта жидкая помада на губах. То есть она не растекается ни в уголках, не подтекает в морщинки. То есть вот это все дает праймер для губ, потому что он очень хорошо держит помаду, не дает ей растекаться. Он причем зрительно увеличивает губы, ухаживая за ними. То есть он заполняет вот эти вот мелкие морщинки, которые есть на губах, и немножко как бы их увеличивает в объеме. Поэтому средство очень классное, и я считаю, что оно должно быть в каждой косметичке. Поэтому покупайте праймер, спрашивайте у консультантов Oriflame. С вами была Наталья Невзорова. Если бы вам было полезно это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится», делитесь им со своими друзьями в социальных сетях и под видео задавайте вопросы. Всем пока-пока!